Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, настраиваем себя на самый удачный день и обязательно проговариваем такие слова. Я благодарю Вселенную за ее дары и щедрость. Говорим один раз, и вы посмотрите, что Вселенная вам даст еще больше. Важное послание на сегодня. Спокойствие. Возможно, что вы сейчас утомлены. Все, что вам хочется, это спокойствие и мир. Чтобы получить желаемое умиротворение и успокоить душу, побудьте в одиночестве. Отслеживайте и убирайте любые негативные или разрушающие мысли. Думайте о хорошем и светлом. Практикуйте спокойное дыхание. Это поможет вам гармонизировать все внутри себя и продолжать работать в выбранном направлении, вне зависимости от внешних обстоятельств. Ангелы хотят напомнить вам, что состояние внутреннего мира очень сильно влияет на окружающий нас внешний мир. Берегите его и давайте себе своевременный отдых от людей, забот и тяжелых мыслей. А также мы сегодня с вами поговорим про волшебный вторник, строгие запреты этого дня и что очень важно сделать, чтобы исполнялись все ваши желания. Вторник – день, когда считается вторым шагом недели, временем, когда необходимо перейти уже от планов к активным действиям. Многих энергия этого дня ассоциируется с амбициями, смелостью и решимостью. Во вторник существует множество примет и запретов, связанных со вторником, которые предполагают определенные действия и избегание других для достижения своих целей. Так, например, если во вторник утром у вас в доме чисто и аккуратно, то вся неделя будет удачной. Если утром вторника встретить пожилого человека, когда вы будете выходить из дома, то ждите скоро удачу. Если во вторник вы слышите лай собаки, то будьте готовы, что на протяжении недели придут важные новости для вас. Запреты. Избегайте начинать новые проекты, если вы чувствуете внутреннюю неуверенность или усталость, так как вторник требует активности и ясности ума. Не рекомендуется заниматься пассивными делами, так как это противоречит активной энергии дня. Категорично запрещено выяснять отношения и не вступать в конфликты, так как они могут затянуться и потребовать больше времени и сил, чем вы ожидаете. Вот что важно сделать для достижения цели. В первую очередь, определите приоритетные задачи, сфокусируйтесь на них. Это время, когда нужно действовать, используя энергию этого дня для продвижения к своей цели. Обязательно начните день с медитации, либо с загадыванием желания. Настало время перейти от слов к делу, поэтому постарайтесь встретиться и обсудить детали с партнерами в коллективе, ну или разделить обязанности. Вторник – это отличное время, чтобы сделать шаг навстречу своему будущему, и это будет помогать вам развивать уверенность и открывать новые возможности. Обязательно на протяжении дня запишите все, что вы сделали и будете делать для приближения к цели. Это поможет увидеть прогресс и настроиться на достижение. Вторник – день активных действий и решительных шагов. Важно во вторник написать волшебные слова для того, чтобы исполнилось ваше желание в скором времени. Шаги, которые вам помогут сформулировать желание во вторник. Первое. Определите свое желание. Важно понимать, что именно вы хотите достичь. Это должно быть конкретно, измеримо и реалистично. Постарайтесь прийти к сути вашего истинного желания. Создайте для себя спокойную обстановку в течение всего дня. Возьмите лист бумаги, ручку, сосредоточьтесь на своих чувствах, намерениях и напишите желание, которое вы хотите получить, чтобы оно у вас исполнилось. Далее, когда вы написали свое желание, возьмите листок, подожгите его. Пока он будет гореть, то скажите такие слова. «Я с решимостью и уверенностью продвигаюсь к своей цели». Опишите то желание, которое написали на листке, и продолжайте. «И я благодарна Вселенной за поддержку и множество возможностей, которые открываются на моем пути каждый день». Говорим один раз. Далее, когда ваш листок сгорел, пепел пускаем по ветру. Используйте только позитивные формулировки. Избегайте отрицательных слов. Обязательно визуализируйте получение вашего желания. Представьте себе эмоции и образы, которые будут с вами, когда ваше желание сбудется. Помните,
что это только начало пути. Самое важное действие – это последующие ваши шаги, а также вера, что ваше желание исполнится. Также я вам еще дам денежные приметы на вторник, как привлечь в жизнь богатство. Деньги всегда к себе требуют уважительного отношения. Также они не терпят, когда вокруг суета и шум. Они предпочитают постоянный счет и спокойствие. На каждый день недели существуют свои особые приметы, которые позволяют денежным средствам нормально функционировать в этом мире. Во вторник поправить свое материальное состояние можно при помощи специальных ритуалов, и тогда благосостояние будет расти изо дня в день. Существуют различные приметы, которые связаны напрямую с привлечением в дом денег. Некоторые из них даже ускорят прибыль. Что нужно сделать, чтобы избежать нищеты? В этот день нельзя просить денежные средства взаймы, а также отдавать свои кроны и сбережения людям. Не стоит, потому как есть риск вообще не увидеть собственных средств. Если же брать в долг деньги, то можно это делать не из постоянных займов. Если человек родился во вторник, то у него никогда не будет потребности в деньгах. А поздравить в этот день именинника к большой финансовой удаче. Еще в древние времена предки верили, что если во вторник подстричь свои ногти, то это обязательно приведет к материальному благополучию. Существенную пользу принесут в этот день денежные талисманы и амулеты. Изготавливать их нужно собственными руками, потом заговаривать и положить в кошелек. Но можно сделать и следующее. Просто берем листок бумаги, пишем ту сумму, которую вы хотите получить на протяжении недели. Пишите реальную сумму. Под этой суммой напишите знак бесконечности и под знаком бесконечности напишите цифру 8. Далее, когда написали, просто скажите: «Деньги привлекаю, в кошелек их отправляю». Говорим один раз и убираем листок в кошелек и держим так, пока вы не получите ту сумму, которую написали. Потом этот листок просто сжигаем. Также вы можете сделать следующее. Во вторник из своего кошелька возьмите ту монету, которая приглянется к вам. Возьмите ее в правую руку и скажите: «Монету свою заряжаю, богатство в жизнь привлекаю. Они ко мне рекой идут, прибыль с собой принесут. Монетка работает, а деньги идут». Говорим один раз. Такую монету нужно убрать под подушку и держать там 3 дня. Потом ее можно спокойно тратить. Все. Эта практика поможет привлечь вашу жизнь и притянуть денежные потоки. Обязательно используйте этот день для того, чтобы привлечь финансовый поток в свою жизнь.